Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР «Прайм». Мене звати Айдер Муждабаєв. І сьогодні ми говоритимемо про війну, але не зовсім про нашу війну. Не дивуйтеся, бо регіон, про який ми говоритимемо з Гелою Васадзе, з людиною, яка живе в Грузії, в Тбілісі, яка знається на ситуації політичній в регіоні, всьому Південного Кавказу, це важливо і для України, так само і взагалі для всього світу, бо ми ж бачимо, як майстерно російський фюрер, його спецслужби, його агентури, його важелі впливу працюють на розпалювання війн по всьому в різних точках світу. Задля дестабілізації, задля, ну це фактично третя світова гібридна війна вже йде. А ситуація на Кавказі дуже складна і може там може вибухнути в будь-який момент і будь-що фактично. Знаємо, що там зійшлися інтереси там Туреччини, Ірана, таких великих гравців у політиці міжнародній. І так само і Росія нікуди йти звідти не хоче, попри те, що їм ну так вже не прозоро не тікають, що вона там зайва, але ні. І Путін не залишатиме цей регіон без своєї такої ну уваги, якщо так можна сказати. Тому чекати можна абсолютно на все. І сьогоднішню програму я б, в принципі, так умовно назвав «Перечуття Кавказської війни». Але конкретно про те, що може статися в регіоні, як це може вплинути на світову ситуацію, на ситуацію з нашою війною проти Росії, я прошу зі мною разом, тобто коментувати буду не я, а Гела. Гела Васадзе, мій товариш, дуже чесна, порядна людина, і ну, я Гелі абсолютно всьому довіряю, що жодного разу не було, щоб щось було не так. І я радий, що пан Гела знайшов час. Селям алейкум, Гела. Алейкум асалам, доброго дня, дякую за запрошення, слава Україні. Героям слава. Перейдемо сразу к вопросу, собственно, главному. С чего и возникла идея этого эфира, именно этого. Это информация журнала «Политика» американского влиятельного, но они не с потолка все-таки берут в основном, что Азербайджан может в ближайшие недели напасть на Армению. Я перепрошую, перейду на трофейную мову, так Геле зручніше буде. Гела, что это значит? Насколько реально? Говорят, что об этом сообщил там приватно Блинкен, госсекретарь американский. Вот. Но все это, наверное, не на пустом месте. Что может случиться в этой точке и может ли вообще, насколько эти предупреждения реальны? Потому что, ну, когда я вспоминаю, знаешь, перед вторжением тотальным тоже американцы говорили, а многие не верили, да? Но это произошло. Не такая же ли ситуация с возможной азербайджанской армянской войной? Ну, здесь ситуация не такая, хотя по закону Мёрфи, если какая-нибудь гадость может случиться, она обязательно случится. Дело вот в чем. Давай со статьей в «Политику» разберемся. Конечно, это очень уважаемое такое солидное издание, но очень часто в этом издании я вижу, что эти изданием пользуются, как, я прошу прощения, сливным бачком. В данном случае уже сам Блинкен опроверг это. То есть он сказал следующее, что это был разговор о возможных сценариях, и один из сценариев, ну действительно, он предполагается, что один из сценариев — это даже не армяно-азербайджанская война, потому что она до сих пор не прекращена. Нет мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, кейс Карабаха Азербайджан на земле закрыл, но пока нет мирного договора, война продолжается, что называется. И вот тут мы сталкиваемся с очень интересным моментом. Это момент Зангизурского коридора, как его называют в Азербайджане, или же коридоры через Сюнир, коридоры через Мигри, как это называют, дорогу через Мигри, коммуникацию через Мигри, как это называют у Армении. Давай посмотрим, о чем это. Это о связи, а там 43 километра между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республики, которая также является территорией Азербайджана. Вот этот перешейк, он, соответственно, значит, разделяет
одну часть Азербайджана, а другую. Но этот перешейк еще очень важен, потому что это единственная граница Армении с Ираном. В силу этого очень много, значит, всего сошлось вот на этом перешейке. Сейчас там уже открыли консульство, Россия открыла консульство, Иран открыл консульство, французы собираются открывать консульство. Там есть войска ФСБ России, которые контролируют границу между Арменией и Ираном. Есть европейские наблюдатели, то есть там есть все. Такое вот столпотворение вавилонское. О чем идет речь? Речь идет о том, что Азербайджан требует, чтобы была открыта эта коммуникация и другие коммуникации тоже, в общем-то, нового требования вот открытой этой коммуникации, потому что об этом договорились в ноябре 2020 года. О том вообще вот с этой бумагой Даяшской, там понятно, что она уже давно не работает, но для Азербайджана действительно это очень важно, чтобы была коммуникация, наземная коммуникация между, значит, Азербайджаном и... Скажи, Гела, а ее сейчас вообще нет? Да. А как сейчас общается Азербайджан? Ее сейчас вообще нет, ее нет 35 лет. Дорога, которая железная была, она разобрана. И чтобы попасть из Азербайджана в, значит, из западной части Азербайджана в Нахичевань, ну или самолетом, или же другой путь, это через Иран, но только если кто-то думает, что это по дороге вдоль Аракса, нет. Это через Тебриз. Это сотни и сотни километров вот так вот в объезд. Поэтому для Азербайджана, в общем-то, это важно. Это важно и для Турции, потому что там есть 5-километровая граница между Нахичеванской автономной республикой и Турцией. Таким образом, это те самые 5 километров, где Турция граничит с Азербайджаном. Кстати, очень интересно, что когда чертили советские границы, границы с Турцией не было. Между Турцией и Азербайджанской ССР не было. Турки выкупили у Ирана позже часть территории для того, чтобы это существовало, эта смычка, эта граница. Это было в 20-е годы прошлого века. Это же надо, насколько вперед думали те, которые это делали в свое время. Так вот, конечно же, это имеет экономических, ну, с точки зрения экономики это важно, но это прежде всего политический вопрос. Может возникнуть вопрос, ну вот, воевали, вроде бы как, довоевались до того, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, почему бы не открыть коммуникации? Давай я изложу армянскую версию и азербайджанскую версию. Что говорят армяне? Армяне говорят, что азербайджанцы хотят коридор, причем чтобы этот коридор контролировали русские. И настаивают на том, чтобы не армяне контролировали этот транспортный коридор, а русские, а мы не хотим, поэтому мы готовы открыть другие коммуникации, но не вот эти 43 километра. Что говорят азербайджанцы? Азербайджанцы говорят, что нам абсолютно все равно, кто будет контролировать эту дорогу. В свое время, когда Алиев поставил, ну, Алиев, Азербайджан, когда поставил КПП в Лачине, они предложили армянам, ставьте свое КПП, и давайте вот через КПП и там будете ездить, и тут будем мы ездить. Этого не случилось. На самом деле, азербайджанцы говорят, что будет это контролировать Россия, хорошо, не будет это контролировать Россия. Замечательно. Но там же уже стоят, говорит, войска ФСБ России. Что с этим делать? Они стоят, они охраняют Ирана, значит, ирано-армянскую границу. Что делать с этим? Почему это принципиально важно для России? Почему принципиально важно для России договориться сейчас с Арменией, потому что, ну, а что с Азербайджаном договариваться? Или договориться в трехсторонке, чтобы там она присутствовала? Россия потеряла свою функцию на Кавказе. В Армении она потеряла свою функцию, потому что на протяжении всех этих 30 лет в чем была функция России? Защищать армян от злых турок. Турки придут, всех зарежут. И сохранять вот этот Карабах под контролем Армении. Хотя там внутри русских не было до 2020 года, было понятно, что, в общем-то, присутствие России ограничивает возможности Азербайджана. После 2020 года тем более, уже были внутрирусские миротворцы. Мы же понимаем, что они миротворцы.
И, соответственно, значит, значение России, да, оно хоть и уменьшилось, но оно все равно было критически важным. А сейчас от кого? Вот представим себе мирный договор между Арменией и Азербайджаном. От кого? И тут же нормализация с Турцией, потому что Турция говорит следующее. Ребят, мы готовы нормализовать отношения, мы готовы открыть все границы. Только нормальные отношения, только заключите мирный договор с Азербайджаном, потому что это наш союзник. Вот мы имеем такой расклад. Для русских очень важно, чтобы они получили новую функцию в Армении и на Кавказе Южном. И вот в этом плане контроль вот этой дороги для русских – это принципиально важно. Вот о чем идет речь. Гела, а вообще, давай перед тем, как продолжить, расскажи чуть-чуть про Нахчевань, вот про этот регион, про эту автономную республику. Там, ну, я думаю, что там нет никакого нахчеванского народа. Это что-то просто изобретение советских, советских времен еще. Да, но такой же. То есть это был такой обмен эксклавами, да, получился. То есть Нагорный Карабах был внутри Азербайджана, а Нахчевань, разрезанный Азербайджаном, от Армении, отрезанный от Азербайджана, и тут переплетали все эти... Закладывались. Да. Ну, эти мины все замедленного действия закладывались специально в Москве для того, чтобы если вдруг когда-то кто-то решит уходить... И решили делать, чтобы там сразу же разжечь эти конфликты. Что и было сделано? Скажи, вот, то есть, это мы просто совсем про Нахчевань не говорим, совсем. Мы как бы о ее существовании знают минимальное количество людей там в Украине и в мире, да? А это действительно эксклав, это как такая, ну, она примерно как Калининградская область, то есть оторвана, вот, извините за сравнение, это сравнение не с Россией, а просто, чтобы все, понятно, эксклав, да, когда он находится через какое-то расстояние там. Да. Там тоже коридор, кстати, есть через Литву, между прочим, он идет, да. Россия там снабжает, да, а тут коридора нет, и сколько там людей живет, как они там вообще живут, граница в основном там с враждебным, видимо, Ираном, да, немножко с Турцией, вот эти 5 километров, которые ты сказал, да, а как они снабжаются, как у них экономика, как вообще 30 лет туда можно летать, а самолеты как летают, вообще что это за такая территория, и почему Азербайджану критично важно иметь туда проезд транспортный? Ну, там живет 463 тысячи человек. Вот я сейчас посмотрел по Википедии, не то, чтобы я помнил. Немало. Это, ну, практически полмиллиона там живет, извините. Полмиллиона населения. Как они снабжаются? Ну, в принципе, с Ираном всегда напряжение у Азербайджана, отношения у Азербайджана напряженные, но они же не враждебные. Снабжаются вот через Иран, через Турцию и так далее. Напомню, что выходец из Нахичевани сам Гейдар Алиев был. Да. Более того, его политическое возвращение в политику после крушения Совка как раз-таки состоялось в том, что он вылетел в Нахичевань, там стал председателем Верховного Совета Нахичеванской Автономной Республики, а потом уже приехал в Баку. Да, это я помню. Там да. было... А там это было тогда, когда Москва пыталась привести к власти Сурата Гусейнова. Это был мятежный полковник, который сверг Эльчебея. Эльчебей тоже, кстати, Эльчебей уже тоже Алиев, Абульфас Алиев. Эльчебей — это его псевдоним. Это, ну, первый президент независимого Азербайджана, да, вот в новой истории. Да. Второй, первый Муталибов был. Да, второй. Аяз Муталибов, а потом... так вот, Эльчебей, он прилетел в Азербайджан, Алиев вылетел в Баку, и фактически... вернее, Алиев сначала вылетел в Баку, стал спикером, там буквально, пока вот этот мятеж шел, стал спикером Мили Меджилис, это парламента Азербайджана, и потом уже, то есть свергать Эльчебея Сурат Гусейнов мог, но свергать Алиева уже не... И поэтому он получил пост премьер-министра, потом он попытался организовать мятеж, понятно, почему указали, недавно умер, кстати, Сурат. Попытался организовать мятеж, который провалился, и, в общем-то, да, Гейдар Алиев стал главой. Он так раньше стал главой, но через год, там, когда провалился, стал полностью, взял власть в Азербайджане. Вот примерно вот такая история у нас с Нахичеванью и
Скажи, пожалуйста, ну вот, а если без русских вообще, да? Если заключить там трехсторонний договор про этот коридор, ведь он может идти и дальше в Турцию, как я понимаю. Тут Турция может быть гарантом за третьей страной. Он не пойдет. Да. Это реально или нереально? Или там нет доверия никакого между Азербайджаном, Турцией и Арменией, что им все равно нужен кто-то третий, и это может быть и Россия. Хотя, вот мне кажется, самое время избавиться от ее влияния не только в Карабахе, там, но и тут. Не может быть это Россия, не может быть это Россия однозначно, потому что там, где Россия, там война, там конфликты и так далее. И это не пустые слова, это не просто декларация какая-то, это подтверждено практикой. Теперь смотри, как интересно получается у нас. Я, кстати, сразу же прошу прощения, если я вдруг какие-то помарки по Нахичеване допустил, или там, вот там само. Возможно, потому что, ну это что называется, по памяти я восстанавливал, что там происходило. Теперь, что касается России, смотри, на самом-то деле, когда мы говорим, что Армения отходит от России, уходит от России, это не так просто. Армения системно встроена в Россию, в русский мир. И встраивалась она очень долго, и цементировалось это все и так далее. Кроме всего прочего, сказать, что армяне доверяют туркам или азербайджанцам, конечно же, не доверяют. Убрать сейчас, грубо говоря, давай представим себе ситуацию, когда Пашинян подписывает указ о том, что войска ФСБ России больше не будут контролировать границу. Ну, формально, или, например, формально, он так может сделать, да? И сказать, все, ваш мандат закончился, мы больше, вы больше нам не нужны. Или не может тоже. И да, и нет, потому что я по ФСБ ничего не могу, по войскам ФСБ России ничего не могу сказать, но я предполагаю, что там то же самое. Но вот, например, база Гюмри, там договор на до 2045 года. Ух, ну до такого года уже все что угодно может произойти, конечно. Ну, дальше, значит, разбирали мы у меня на канале, значит, разбирали мы, при каких условиях Армения может сказать, России нет. В случае досрочного прекращения, в случае, если у кого-то из сторон появится желание досрочно прекратить этот договор, это достигается на основе взаимной договоренности. Если нет этой взаимной договоренности, то тогда создается специальная комиссия. И уже в рамках этой специальной комиссии стороны пытаются достичь. И все. То есть, практически, ну вот смотри, вот если мы говорим про русских миротворцев, да, в этом, в Карабахе, которые до сих пор есть, там армян не осталось, но они есть. Там до 2025 года. И четко там прописано, за полгода до этого одна из сторон, или российская, или Азербайджан, говорит о том, что, ребята, мы не продлеваем, все уже не нужно. После этого они встают и уходят. Все есть. Здесь такого нет. Нет механизма выхода. Это чисто юридический вопрос. А теперь представь себе, сколько гадостей и какие гадости могут сделать дорогие россияне Армении в тот момент, когда подписывается вот такой указ. Ну, не говорю вот, уже о встроенности в экономику и так далее. Поэтому даже сейчас в Армении тотально антироссийские настроения в обществе. Но Пашинян заявил, что нет, мы не выходим ни из УДКБ, ни из ЕАЭС. И я, честно говоря, вот я знаю, многие люди говорят о том, что вот сейчас Армения уйдет и так далее. Я честно тебе скажу, она, конечно, уйдет. Вопрос, когда уйдет. Этот вопрос очень такой спорный. В самое время мы видим следующую вещь, что если мы берем Турцию, для Эрдогана вопрос вот этого Зангезурского коридора – это тоже вопрос политического престижа, прежде всего политического престижа. Есть дорога, уже есть дорога через Грузию, потом Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога, она есть. Более того, значит, наращивает объемы до 5 миллионов тонн. Но 5 миллионов тонн – это ерунда. То же самое, максимум, но 5 миллионов тонн пройдет, может быть,
Хорошо, пускай 10 миллионов тонн пройдет по вот этой дороге. Понимаешь, чем дело? Сам по себе Зангезур один, изолирован. Он ничего не значит. Но вот тут 5, тут 10, тут 15, тут 20, и уже мы превращаемся в серьезный центральный коридор, связывающий ЕС со странами Центральной Азии и Китая. И еще один сюжет, который очень интересно развивается. После того, как Армения уперлась и сказала, что не-не-не, ребята, мы пока не готовы, потому что русским отказать они не могут. А не отказывать русским тоже не хотят, чтобы русские контролировали. Понятно же, да? Угу. После этого возник сюжет следующий. Там же два берега у Аракса, у реки. Другой берег-то он иранский. Окей, пускай дорога пройдет через Иран. И когда дорога проходит через Иран, вроде бы, ну а какая разница? Ну там 43 километра, а там 63 километра получается. Mm-hmm. Не принципиально, да? Но это очень устраивает кого? Ну, Иран, конечно, это очень устраивает. И это очень устраивает Китай. А почему Китай? Потому что Иран и Китай, они являются стратегическими. У Китая сразу несколько. У Китая отношения союзничества есть. По-моему, его вообще ни с кем нет. Отношения углубленного стратегического партнерства — это второй. И там только несколько стран, кстати, среди них очень интересный набор стран. Это Пакистан, это Россия и это Иран. И Северная Корея, конечно, четыре страны. И есть отношения партнерства, а есть дальше стратегическое партнерство со многими очень странами у них. И есть отношения партнерства и дружбы. Партнерства и дружбы со всеми остальными у них странами. Ну, это такая китайская Грузия, политика, понятно. Грузия, да. Грузия и Украина являются стратегическими партнерами Китая. Грузия недавно стала. А этот, как его зовут? А Россия, вот Пакистан, Иран и так далее — это углубленное стратегическое партнерство. Вот китайцы, знаешь, то китайцы есть, навыдумывали терминологии, наворотили. Так что Иран. Иран в этом плане — это углубленное стратегическое партнерство. Иран — это, ну, по факту Иран — это союзник Китая. Союзник Китая, и понятно, что китайцы хотят контролировать эту железную дорогу ровно так же, как и все остальные. Ровно так же, как они хотят там в Грузии построить одну, но мы об этом еще можем поговорить. А скажи, до Грузии мы сейчас перейдем, но вообще, насколько реально в ближайшее время, вот если будет заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном, как бы огромное количество вопросов снимается. То есть сам по себе Азербайджан нападать на Армению не мотивирован, им эта война не нужна, на твой взгляд, да? Вопрос только в мирном договоре и в коридоре. Смотри, значит, до недавнего времени, то есть конкретно до сентября этого года, речь шла о чем? Речь шла о том, чтобы Азербайджан восстановил свой суверенитет, территориальную целостность. Несмотря на это, в информационном плане Запад, в информационном плане, да и на уровне правительств, очень болезненно реагировал на любые шаги Азербайджана. Более того, он даже болезненно отреагировал на то, что Азербайджан военным путем решил эту проблему. Почему? Кто-то говорит про то, что обожаю вот эти комментарии, что типа того, Запад просто за Армению, потому что он за Армению. Да нет, ребята. Для Запада это внутриполитический вопрос. Ровно так же, хотя в меньшей степени, гораздо меньшей степени, как сейчас для Запада внутриполитический вопрос, то, что происходит на Ближнем Востоке. Вопрос Израиля. Вопрос Израиля – это дело не в количестве евреев, которые живут в Соединенных Штатах. Дело в том, что более 80 миллионов евангелистов США, а это 80 миллионов – это очень много, это группа, которая голосует, как правило, скоординированная вместе. Так вот, эти евангелисты, они считают Израиль своей родиной. Небесной родиной и так далее. И этим, кстати, во многом определяется влияние израильского лобби, не путать с еврейским лобби, которое часто бывает антиизраильским. Там тоже все запутано.
Значит, то же самое, армянский кокус, армянское лобби, оно существует. Оно существует в таких странах, как США и как Армения, и как Франция. И там, естественно, когда политики о чем-то говорят, они оглядываются на своих избирателей. Понятно же? Ну да. То есть это внутриполитический вопрос, прежде всего внутриполитический вопрос, а потом уже все остальное. На этом фоне, конечно, реакция Баку очень болезненная. Но в Баку все прекрасно знают, что какая бы ни была бы важность армянского лобби и так далее, за то, что Азербайджан восстановил территориальную целостность, санкции против него не введут. Ну да, формально же немає до чего, не к чему придраться. Да. Но если речь пойдет о том, что азербайджанские войска войдут на территорию Армении в ее международно признанных границах, санкции не избежать 100%. И вот это русский сценарий на самом-то деле, это русский план. Для русских это было бы очень выгодно. Отрезать Азербайджан от Запада и включить его в свою экосистему. А если Азербайджан отрезается, куда делается? Мы сейчас так говорим, если Грузия отрезается, куда девается Азербайджан? Ну, как спелое яблоко падает к русским. Но и наоборот же работает тоже. Если Азербайджан отрезается, Грузия никуда не денется. Скажи, пожалуйста, а насколько, как ты думаешь, сам Алиев это понимает? Мы видели кадры, как он один поднимал флаг Азербайджана в Хенкенди, бывшем Степанакерте, да? Как он все это, ну такие, это просто кино было такое. Ну понятно, что это кино пропагандистское, понятно, что это политическое кино такое. Да, он один освободитель, значит, по. Но что там, да. 10 человек должны были поднимать. Ну просто это только вот в таких системах, где начальник очень важный человек, да, он может быть один, потому что я себе не представляю там одного какого-то политика там в других странах. Я думаю, что в Севастополе Зеленский тоже один будет поднимать флаг, даст Бог, мы скоро этого дождемся. Но когда Зеленский поднимал флаги, сколько раз было, рядом с ним стояли герои Украины, стояли там какие-то люди. Нет, там тоже стояли солдаты, ты чего? Ну, дай бог, нет, я же не про это, я не придираюсь к этим формальностям, я просто про то, что это вот как он, Алиев, исполнил заповедь своего отца, и сделал он, конечно, безусловно, это колоссальный ему плюс в глазах, наверное, всех азербайджанцев мира, там, где бы они ни жили, да, то есть он смыл позор со своей страны, да, такой военный и политический позор, да. Вот. Но теперь, как ты говоришь, у русских есть большой соблазн его подтолкнуть дальше, да, и тогда он действительно становится врагом Запада, и Турция будет, естественно, за Азербайджан, это осложнение между Турцией и ЕС, между Турцией и НАТО, все равно, хотя это и Турция и член НАТО, то есть тут вот такой, ну, бинго путинское тут есть. Вот хватит у Алиева, который уже герой, там, Азербайджана и так далее, да, хватит ли у него, не знаю чего, чтобы на этом остановиться и все остальное решать уже мирным политическим путем, а не дать себя втянуть вот в то, зачем последуют санкции и то, вот о чем ты сказал. Как ты думаешь? Ну, во-первых, я абсолютно уверен, вот он меня спросил, понимает ли Алиев, он прекрасно все понимает, конечно же, и знает. И не случайно. Азербайджан неоднократно заявлял, что он не имеет территориальных претензий к Армении. Вопросы красной строкой идет. Другое дело, что Запад действительно очень переживает. А почему, опять-таки, западные политики, почему очень сильно переживают? Потому что если это вдруг происходит, то тогда им нужно будет реагировать вот так жестко. Они не хотят реагировать жестко. Азербайджан нужен как ворота в Центральную Азию. Ну да, но и вообще, честно говоря, только этого Западу еще и не хватало вот сейчас. Да. Ну да. Да. Нет, ну, учитывая то, что произошло вот в прошлую субботу, честно говоря, вот это хорошо выращенный, подкормленный черный лебедь русских. И я думаю, что, ну, там очень много вариантов. Там очень много вариантов. К сожалению, вот я всегда говорил, что стратегически Россия ослабла. Да? В военном отношении ВСУ критически ослабили Россию. Критически в том плане, что да, воевать в Украине они еще могут, но в других местах
военным путем решать какие-то задачи, они могут только за счет украинского фронта. Просто по-другому нельзя. Но осталось институциональное влияние России. Осталась и агентура, и та же дипломатия, дипломатические кадры, и информационное пространство, и все остальное. Вот это институциональное влияние, оно уже очень большое, как в Армении, так и в Азербайджане. Хотя в Азербайджане оно очень резко сократилось, но оно все равно есть. Но оно и в Армении сократилось, но оно все равно есть. В Армении оно сократилось, но в данном случае, в Азербайджане, скажем так, в Армении оно все еще критично. А в Азербайджане не настолько уже критично, но тем не менее оно есть. Поэтому тут русские могут сыграть 4 руки. Я от них ожидаю любой гадости. Ну дай бог, чтобы этого не случилось. Но смотри, как... Пашинян это понимает. Ну, дай бог, чтобы Пашинян с Алиевым это понимали, и чтобы они еще раз увиделись где-то в Грузии хотя бы, да, как это было в прошлый раз, да, по-моему, и куда-то продвинули, хотя бы отодвинули вопрос войны, потому что сейчас только там не хватало войны, ну, в кавычках, конечно. Да. Ой, больную ты тему поднял, сам того не подозревая. Почему? В прошлое воскресенье приезжал, прошлое воскресенье, приезжал Алиев в Тбилиси. Провел переговоры, все, и заявил следующее, что, ребят, нам пора открывать новую страницу, надо заключать мирный договор с Арменией, и давайте вот встретимся здесь и в трехстороннем формате, все обсудим, Грузия, Армения, Азербайджан. Прекрасно, замечательное предложение, правда? До этого была очень интересная картина складывалась, когда президента Алиева пригласили в Гранаду, куда ехал премьер Пашинян, и там предложили следующий формат. Вот, смотрите, президент Алиев, премьер-министр Пашинян, канцлер Шольц и президент Макрон. Угу. На что в Баку сказали: не, ребята, такой формат нам совсем не подходит. Давайте добавим туда президента Турции Эрдогана. Угу. И тогда это будет формат, потому что Макрон, он никак не посредник, он просто откровенно на стороне Армении, да и в Германии, учитывая заявление, там не столько Шольц, сколько Анна-Лена Бербок, она же зеленая. А у зеленых свои представления об этом мире. И, в общем-то, Анна-Лена Бербок, она тоже абсолютно... Да, я читал ее заявление. Ну, конечно, да, тут Азербайджан оказывается чисто в арифметическом меньшинстве, безусловно, да. Да. Дальше было в Бишкеке встреча с главой СНГ. Русские, кстати, начали использовать СНГ по полной. СНГ было мертвой конторой абсолютно. Но сейчас им же нужно количество, да, инструментарий. Туда уже Пашинян не поехал, а послал замминистра иностранных дел. Потому что там были тюркские государства, там были казахи, там были узбеки в СНГ, по-моему, не входят. А, не, узбеки входят в СНГ, да, СНГ большое. Были узбеки, были кыргызы и так далее. И поэтому туда уже Пашинян не поехал. Сейчас речь идет о встрече в Брюсселе. Кстати, Шарль-Мишель тоже должен был участвовать, и Азербайджан сказал: ребята, давайте встретимся, но только, вот пускай будет только Шарль-Мишель. Потому что в Европейском Союзе тоже очень интересно распределились роли. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, она всецело, целиком и полностью за то, чтобы иметь нормальные рабочие отношения с Азербайджаном. Понятно почему, да? Там экономической связи и так далее. Это важно. А вот Боррель, ее как бы замом, да, по внешней политике, да, он категорически антиазербайджанскую позицию занимает. Шарль-Мишель в этом плане, он действительно самый нейтральный. Он вообще политический бультерьер, Шарль-Мишель. Давай прямо скажем, я наблюдал, как он работал с Грузией. Правда, ничего путного из этого не получилось, но он достиг тогда соглашения. Он достиг соглашения. Другое дело, что потом мечта нарушила. Но соглашение он достиг. Так что Азербайджан говорит: давайте, пускай будет так. И вроде бы пока сейчас
Эта встреча актуальна. Я боюсь сглазить, дую на, ожившись на молоке, дую на воду. Потому что за день до встречи в Гранаде я говорил, вы разговаривали, тоже записывали у меня на канале передачу с этим, с Ахмедом Алили. И я говорю, слушай, я говорю, ну вот завтра встречаемся. Он говорит, встретиться ли? Я говорю, ну как? Сегодня 4 октября. И через час буквально новость, что не встречаются. Поэтому я... А вот что касается встречи в Тбилиси, она невыгодна Пашиняну. И Пашинян уже отказался. Почему? Потому что эта встреча фактически один на один с Алиевым. Это встреча без посредников. Ну то есть Грузия тут не посредник, получается. Грузия тут принимающая сторона. Но вот посредником она быть не может. У Грузии нет ресурсов, чтобы заставить или Азербайджан, или Армению выполнять данное обещание. Не существует таких ресурсов, давай прямо скажем, чтобы повлиять на эти страны. Поэтому Грузия точно не посредник. Ну и в итоге тут Пашинян не хочет оставаться один на один с Алиевым, потому что понятно, что у Алиева мощная армия, мощная экономика и очень надежный, мощный союзник. У Пашиняна нет сейчас ни одного, ни второго, ни третьего. Понятно? Поэтому вот Армении нужен гарант. Азербайджан говорит, а нам гарант не нужен. Мы сами с усами. Ну да, такой, ну, еще один серьезный вызов мировой политике. Посмотрим, чем все это закончится. Но да. Армения сделала очень недружественный шаг в отношении лично фюрера. То есть вот эта ратификация Римского статута, да, она является плевком в лицо так называемому президенту так называемой Российской Федерации. Я думаю, иначе он это не воспринимает. И я думаю, что, не знаю, конечно, ты вот начал говорить, что русские могут сделать с Арменией. А вот что они могут сделать, ну, глядя просто правде в глаза, что Путин разъярен, действительно, таким лично к нему отношением. Да. Один мой друг в таких случаях, Владимир Копчак, он в таких случаях говорит, Пашиняна усилит личную охрану. Пашиняну нужно усилить личную охрану. Потому что Путин, в общем-то, да, сейчас последнее, ну, вообще интересная, конечно, ситуация, когда идет обострение, а потом идет спад обострения в армяно-российских отношениях. Потом опять, кстати, давали комментарии, что Путину ничего не угрожает армянской власти, что Путин может приехать, этот римский статут. На самом деле, римский статут, он о чем? Он о том, что можно судиться с азербайджанцами. Римский статут дает возможность судиться с азербайджанцами. А Путина арестовывать не обязательно. Путина арестовывать — это уже общая истерия, потому что римский статут, Путин и так далее и тому подобное. Но на самом-то деле, да, это все равно в России было воспринято, как, по крайней мере, на пропагандистском уровне. Знаешь, есть публичная политика, есть реальная политика. На пропагандистском уровне, на уровне публичной политики, да. А что там в реальной политике, как они там договаривались и что они там делают? Ну смотри, Гела, мы так потихонечку переползли в твою любимую родную Грузию. Ну много неприятного, если честно, новостей из вашей страны, касающихся Украины, например, о перебазировании флота. Знаешь, извини. Да. Это мне, знаешь, что напомнило? Это мне напомнило, когда парикмахер плохо постриг в местечке Вильевском, плохо постриг клиента, и он начинает возмущаться, как вы меня постригли, простите, говорит, а вам что, нравится сегодняшняя погода? Да нет, конечно. А что, вам нравится наше правительство? Да нет, конечно. Ну, если вам ничего не нравится, чего же вы до моей стрижки докопались? Нет, я не докапываюсь, Гела, ты же знаешь. Нет, это я просто вспомнил. Ты говоришь, плохо, а где сейчас хорошо, кому сейчас легко, везде плохо. Извини, что перебил, но я думаю, так это... Нет, это я тебя всегда просил рассказывать анекдоты. Мы можем отдельную программу в более мирное время записать, или анекдоты от Гела Васадзе. И, наконец-то, мы прославимся и разбогатеем уже. Вот. Но сейчас не до этого. Вот. Но, тем не менее, военное перебазирование части Черноморского флота в оккупированной Сухуми. Да? Значит, Грузия... Молчит, как вот просто, как, ну, власть грузинская, молчат, как хомячки, не против они на своей территории военных баз и так далее, да? Плюс,
Значит, от новость. Значит, праві керівна партії Грузії не підтримала у ПАРЄ резолюцію про визнання Росії диктатурою. Значить, не голосувала просто, вийшла покурити, як я про такі речі, випадки кажу. Значить, за дану резолюцію ПАРЄ проголосувала лише представниця опозиційної партії громадяни Кетеван Туразашвілі. Члени грузинської мрії не брали участі у голосуванні. Ну і це друге по, ну, власне, це головні теми, які стосуються України. України, прокоментуй, будь ласка. Так, ну давай начнем с флота, да? Да. Начнем вообще с самого факта перебазирования флота. Я, по-моему, единственный человек в Грузии, который говорит, что это очень хорошо. Чем? Сразу же я приведу три аргумента, почему это хорошо. Во-первых, я это записываю, хорошо. Давайте. Да. Во-первых, это хорошо, потому что Россия вынуждена часть флота увезти из Крыма, а это означает, что этот флот, будучи в Крыму, будет потоплен и может быть потоплен. Иначе зачем ему это делать? Во-вторых, это хорошо, потому что я уверен, что российские военные, в отличие от политиков, просчитывают уже варианты сдачи Крыма. А в-третьих, это хорошо, потому что если эта гадость будет у нас, то актуализируется вопрос нашей территориальной целостности. А я думаю, что без разницы, где будет утоплен Черноморский флот, в Севастополе или в Ачамчире. Ну, а мне приятно, если он будет утоплен хотя бы частично в Ачамчире. Это вот то, почему это хорошо, я сказал. Теперь, что касается реакции. Дело в том, что... А, да, еще один момент. Никакую новую базу они там строить не будут. У них там база есть. Еще с советских времен есть. Просто они сейчас часть флота утащили в Новороссийск, часть флота будут утаскивать в Ачамчиру. Кстати, они-то сами об этом вообще не говорили. Об этом радостно рассказал кто? Так называемый президент Абхазии. Он обрадованно сказал: смотрите, ребята, у нас и кораблики еще будут. На что в Абхазии тоже почесали затылки и сказали, они взрываться тоже будут. Да, им очень такой сомнительный подарок-то, конечно, очень, будут. Очень, да. Очень может быть. Значит, дальше мы переходим уже в здание у нас на Руставели нашего парламента, где наша доблестная оппозиция начинает колоть иголками мечту, а те вот буквально кнопки им подкладывают, а те начинают взвизгивать, потому что, блин, ну не хотят они делать антироссийского ничего сейчас, они ж ховаются. А тут им говорят: вот, блин, сделайте заявление. Заявление было сделано на уровне МИДа, что типа того, вы знаете, ребята, вот это нехорошо, нехорошо, но это же оккупированная территория. Вы же понимаете, что мы тут вообще ни при чем. Потому что, ну, когда уже прижали и сказали: ребята, а если у вас война будет на вашей территории, получается же, что Украина будет атаковать корабли там, на территории Грузии. Не-не, это оккупированная территория, так что мы тут вообще ни при чем. И вот то же самое, вот эта кнопочка по поводу того: а признайте Россию диктатурой. Идите нафиг. Чего пристали? А признайте. А, не хотите, боитесь. Ну, в общем, у нас еще веселее. У нас вот сегодня в Конституционном суде приняли решение, что конституционный импичмент президенту. Сейчас этот цирк переместится в парламент. Все знают, что если это не договорняк, то никакого импичмента не будет. Ну, политический демарш, цирк с конями. Да, но там ваша президентка, она хоть чуть-чуть цивилизованно выглядит на фоне властей от мечты, которые просто под русскими уже не шевелятся. Совсем. Ей репутацию спасать надо, а этим деньги зарабатывать. У них разная задача. Да, интересно, очень интересно. Скажи, пожалуйста, а что у вас там, как у вас вот эти ХРУ, хорошие русские, у вас же был прям наплыв огромный, сейчас немножко вернулись, они говорят, или уехали? Обжился, но
в основном вот сейчас пошел обратный поток. Может быть, потому что в Грузии некомфортно, скорее всего. Может быть, потому что в России не так страшно. Хотя я не понимаю, почему в России сейчас не так страшно. Но в общем и в целом на 66% сократилось поступление валюты из России. Ага, но это значит, соответственно, настолько сократилось количество вот этих вот релокантов? Нет, не значит. Знаешь, почему не значит? Часть из них перешла к другим схемам, там каким-то через крипту, через еще что-то. Но то, что сокращается, и то, что, ну, просто даже на таком уровне слышишь, что кто-то там приехал, уехал. Кто-то, кто, ну, наиболее такие матерые, они сумели уехать на Запад. Ну, а большая часть, в общем-то, они... В Турции сейчас не очень комфортно тоже им. Хотя в Турции лучше, чем в Грузии. Почему? Потому что здесь курс доллара очень низкий, а в Турции он очень высокий. То есть в Турции они себя чувствуют гораздо лучше. Но в Турции законы жестче, извини меня. Это, в Грузии это вообще проходной двор, вот эти законы посмотреть, там можно жить сколько угодно. На самом деле, в Турции то же самое, они приезжают, выезжают, они устраиваются. В Турции очень много сейчас русских, но сейчас вопрос в другом, вопрос в том, что в Турции это, да, доллар-то понятно, но цены на квартиры сейчас, говорят, там бешеные. Просто причем не только в Стамбуле, но даже вот в той части, где вообще никогда этого не было, это северо-восточная Турция, которая граничит с Грузией. А почему еще? Потому что многие из Батуми перебираются именно в северо-восточную Грузию. То есть это вот Хопа, это Ризе, это Трабзон. Ну, совсем не туристическая зона. То есть у нас как? На самом деле пляжи в Сарпе на границе Грузии, лучший пляж Грузии – это Сарпи. Там абсолютно прозрачное море, там Адриатика. Как в Адриатике. Договори. Да, но вот дальше уже пляжей нет, это не туристическая зона. В Турции нету пляжей на Черном море, вот с этой стороны. Ну, у них там сидим. Но они туда перебираются, и там цены возросли. Угу. А у нас цены потихоньку на квартиры стали падать. И это тоже показатель. Смотри, я тебе что хочу сказать. Ну, во-первых, я запомнил. Мы обязательно поедем на этот пляж с тобой когда-нибудь. В Сарпе обязательно поедем. Вот. И там, кстати, через границу километров 20, а может 10, я с линейкой не мерил, там есть такое местечко горное, горный курорт, который называется Айдер. Именно так. Это единственное место в мире, которое называется Айдер. Вот, поэтому мы туда обязательно тоже съездим. Я планирую посетить, да, тоже. Давно уже планирую посетить. Вот, хорошо, договорились. Вот, скажи мне, пожалуйста, ну, вроде по Грузии есть еще что сказать нам интересного или все? Грустно все по Грузии, грустно. Ясно. Ну, да, поведение Грузии, конечно, выглядит очень такое, ну, неприятное ощущение оставляет. Единственная наша огромная радость в том, что грузины, вот они бойцы настоящие, они воюют за Украину очень давно. Вот, и я их знаю здесь, в Украине, их все очень уважают и все поддерживают. С Мамукой знаком? Да, конечно, я, конечно, знаком. Классный вот. Парень. Да, да, там вообще ребята хорошие. Там недавно у них такой герой погиб, которого я успел просто руку один раз пожать в жизни. Вот, он мне там сделал, просто я не просил, а очень такое, ну, приятное одолжение мне сделал добровольно. Я пожал ему руку, оказывается, он погиб недавно. Похоронили в Грузии. А я, по-моему, тебе рассказывал уже. Вот. И я хочу, знаешь, но я понимаю, что ты не в Израиле находишься. Я с Израилем на связи. Есть там люди, которые рассказывают, что там происходит. Скажи мне, а как вот твоя аналитика, и это уже точно будет вот все последние 10 минут, я хочу, чтобы ты посвятил аналитике того, что произошло в Израиле. Вот просто от начала и до конца. Анализ Гилы Васадзе. Ну вот смотри, сейчас, конечно же, мы можем начать разговаривать про то, что, ну, знаешь, как я зарекся говорить о вещи после того, как я слышал столько дичи, абсолютно дичи про наш регион, я зарекся пытаться дать аналитику по тем вещам, в которых я не глубокий специалист. Ну, просто-напросто потому,
Просто-напросто потому, что я слышал очень много странных вещей, мягко говоря, про Южный Кавказ на разных каналах. Но есть, скажем так, глобальная большая игра. И мы в любом случае нужно задаться простым вопросом. Кому выгодно? Кто выгодополучатель, конечно, выгодополучатель вот всего того, что произошло? Ведь что произошло на самом-то деле? Произошла следующая вещь, что война в Украине, она расколола мир, действительно. Расколола мир на две неравные части. Одна часть – это те, которые симпатизируют, поддерживают однозначно за Украину. Причем очень долго Запад раскачивался, но все-таки раскачался окончательно. И вторая часть, которая не поддерживает Россию, которая является как бы нейтральной, или активно нейтральной, или просто нейтральной, ну, которым просто некоторым все равно и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом, что напрямую, ну, Россию сегодня поддерживают Иран, Северная Корея, ну, разве что все это делается под крышей Китая, но это тоже, знаешь, вот под крышей Китая мы тоже говорим условно, потому что официально там на каком-то уровне Китай ни в коем случае об этом нет. Да Иран не сознается, Иран. Да, Иран, да, говорит, меня знаешь, что поразило, что Иран такой, а мы ни при чем тут, мы, наверное, испугались, вот, американской мести. Так вот, то, что произошло в субботу, 7 октября, и потом в последующие дни, разломила мир действительно на две части. Мы уже говорили о том, но я приводил пример, почему США, западные страны, они не могли не поддержать Израиль. Не только по морально-этическим каким-то соображениям, но и по своим внутриполитическим. Но ведь есть внутренняя политика и у восточных стран. И сегодня Израиль был поставлен в то положение, скажу так, те, кто планировали эту операцию, не на уровне Хамас, а на более макроуровне, они прекрасно знали, к чему это все приведет. Они прекрасно знали, как ответит Израиль. Просчитать это могли мы с тобой, которые не являемся специалистами. Абсолютно. Но у Израиля вообще нет никаких вариантов действий, кроме уничтожения Хамаса после той резни, после того ощущения второго Холокоста, который они устроили в Израиле, конечно. А теперь представь себе территорию 10 километров шириной и 43 километра длиной. Это, ну, часть этого левобережья Киева. Ну, это Харьков, да. Это левый берег Киева, да. Или Харьков процентов на 80, по-моему. Харьков даже, по-моему, Харьков побольше. И на этой территории плотно живет 2 с лишним миллиона человек. И в этих условиях Израиль проводит военную операцию. Понятно же прекрасно, что там катастрофа. И понятно, что все это, и это разламывает мир, потому что, ну вот смотри, в самом неудобном положении оказалась Турция. Страна, которая крайне важна, просто критически важна для Украины и для Грузии. А почему она оказалась в крайне неудобном положении? Во-первых, Турция – это член НАТО. Турция – это член Рамштайна. Эрдоган после победы на выборах делал колоссальные усилия для того, чтобы наладить свои отношения и с США, и с Европейским Союзом. Действительно колоссально. Хакан Фидан, он, по-моему, вообще живет в Сомали. Министр иностранных дел Турции, бывший глава турецких спецслужб. Угу. Но Эрдоган – существо абсолютно политическое. И кто главный электорат? Кто электорат Эрдогана? Это Наталийская улица. Это люди глубоко верующие. И это те люди, которые воспринимают то, что происходит сейчас в Газе, как личную трагедию. И, ну, ты можешь себе представить разрыв
между реальной политикой и публичной политикой. Да. Да, я могу это понять. Например, знаешь, даже потому, вот, что некоторые люди, которые вообще не имеют никакого отношения к этому региону, оказались активными сторонниками там, Палестины, что они заботятся о палестинском народе, об арабах палестинских. Правда, никто из них ничего не сделал для этого народа, но окей. Да. Это на уровне метафизики, понимаешь? Свой-чужой – это на уровне метафизики. Мы можем кому-то осуждать, кому-то относиться плохо, кому-то... но свой-чужой – это идет на уровне метафизики. Да. Это один момент, этот разлом, который действительно... А ты понимаешь, свой-чужой идет еще и по линии «кто не с нами, тот против нас». И антизападное настроение, где бы то ни было, в любой точке, они выгодны России. Это раз. Второе. Когда мне говорили, что санкции не действуют, я внимательно слушаю, ну, во-первых, у меня есть и друг нефтетрейдер, и я внимательно слушаю экспертов нефтяного и газового рынка. Да ничего подобного. Действовали санкции. Действовали санкции очень серьезно. Вот кто, вот честно говоря, вот ты слышал наверняка это, что сорвано мирный договор между саудитами и да. Израилем, да. Но почему-то мало кто говорит о том, что, ребят, а ведь сорван другой договор большой. Договор между Турцией и Израилем на освоение большого газового месторождения в море. Кстати, возле этого сектора газа, который бы сделал бы Турцию региональным хабом, и цены на газ, что бы сделали бы в этом случае? Конечно же, бы упали. Это было бы ударом по России. Что мы имеем на выходе? Конечно же, это соглашение тоже сорвано. А на выходе мы имеем угрозу повторения войны судного дня, вернее, нефтяного эмбарго судного дня, когда цены взлетели. Кто выгодополучатель здесь? Опять Россия. Да. Ну и, наконец, информация о том, что там Россия что-то там готовила, что-то делала там и так далее и тому подобное. Вагнеровцы там готовили, там российское оружие где-то там и так далее. И тут на этом фоне информация о том, что в ближайшее время пройдет телефонный разговор между Владимиром Путиным и Бениамином Нетаньяху. Раз, они все в белом, и они миротворцы. Но я думаю, что в их миротворчество, по крайней мере, в Израиле, даже Нетаньяху уже не поверит, наверное, я надеюсь. А вот Нетаньяху поверит или нет, мы это посмотрим. Да. Все остальные точно не поверят. Но ты понимаешь, вот это выгодополучательство и вот то, что они становятся нужны и актуальны, суть в чем? Российский кейс всегда должен быть привязан к Украине. Убийцы, агрессоры и так далее. Вне Украины любой российский кейс – это то, что их обеляет, это то, что делает их кем-то еще. Угу. И вот тебе общий анализ того, что произошло. Извини, опять про Россию. Нет, это очень важно. Это важно нашим зрителям понимать, потому что я тоже в этом слабо всем разбираюсь, по поверхности как-то, да. Но это очень важно, потому что и про нефть, про газ, что ты сказал, и про то, что в Турции подъем, естественно, антиамериканизма и антисемитизма. Не там, только в Турции, во всем мусульманском мире, мире ислама. Да. Да, но это очень удобная популистская история. Израиль всегда плохой, евреи всегда плохие, за евреями стоит Америка, Америка всегда плохая, а Америка стоит за Украиной, значит, Украина тоже плохая. Ну, вот это все, да. Ну что ж, будем смотреть, что будет дальше. Я очень надеюсь на то, что этот мир не рухнет совсем в пропасть, хотя он все время ходит по краю. Вот, и в том числе и по тем странам, о которых мы говорили, и по тем странам, в которых мы с Гелой живем. С нами был Гела Васадзе, политический аналитик с Чокса Голденс, Гела Бей. И спасибо вам всем, дякую вам всем за увагу. Дивіться АТР далі. У нас цікаві спікери, цікаві теми і дуже глибокий аналіз, як ви могли переконатися хоча б під час цього інтерв'ю. Дякую вам за допомогу. Донатьте Збройним силам України, вступайте до лав батальйону імені Намана Черебіджихана 48-го батальйону ЗСУ.
Слава Україні! Дивіться АТР далі.